Для наших прадедов вера и жизнь были неразделимы. Сегодня традиции православной культуры начинают возрождаться. Волгоградская епархия приглашает на выставку «Царицын православный. Хвали имя Господне». Мероприятие, органично сочетающее в себе духовные и светские составляющие, познакомит посетителей с миссионерской культурной деятельностью Русской православной церкви, с жизнью приходов, храмов и монастырей, а также почитаемыми святынями России, ближнего и дальнего зарубежья, паломничеством, благотворительными и социальными проектами. Каждый желающий сможет внести свою лепту в восстановление и реставрацию православных храмов. Свои подворья на выставке представят Гусевский Ахтырский женский монастырь, Свято-Вознесенский женский монастырь, монастырь Спаса Нерукотворного пустынь, Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, Веденский Владычный женский монастырь, подворье Сергиевой Лавры, храмы Анна Богослова и многие другие. На стендах мастерских действующих при святых обителях будет представлено храмовое убранство, уникальные иконы, освященные продукты, ювелирные изделия с православной символикой, сувениры к церковным праздникам, духовная литература и многое другое. Значимым духовным событием в день открытия выставки для верующих станет привнесение иконы Урюпинской Божьей Матери, перед которой молится об исцелении слепых, страдающих параличом, ревматизмом, головной болью, слабоумием, об одержимых сильной тоской. Православная выставка будет открыта для всех желающих до 22 ноября в выставочном комплексе «Экспоцентр».